Всех приветствую себя на канале успешных ICO стартапов. Сегодня мы поговорим с вами о проекте под названием MST Coin. Как вы видите, мы сейчас находимся на официальном сайте данной компании. И сегодня мы с вами рассмотрим такие вопросы, как, в принципе, преимущества о токенах, о ICO данной компании. Конечно же, какая будет прибыль инвесторам, в принципе, все о процентном соотношении, графики, таблицы посмотрим. И, конечно же, переведу вас на социальные ссылки данной компании. MST Coin – это криптовалюта без торговых сборов, целью которой является максимализация прибыли трейдера. Основная цель MST – это решить некоторые проблемы между покупкой и продажей криптовалют. MST решает проблему торговой марки и торговых сборов. Мы все знаем, что торговля криптовалютами дорогая из-за высокого спроса и низкой доступности. Но, в принципе, с данной компанией все это будет делать намного проще. Как вы видите, до начала токен сейла остается 24 дня и 23 часа. Написана информация о том, что, в принципе, начинается ICO непосредственно 3 мая. То есть у вас есть еще достаточно времени для приобретения данных коинов и, в принципе, ознакомления в полной мере с данным проектом. Почему же именно коины данной компании? Потому как трейдеры могут сделать более выгодным путь инвестирования в Мисткоин ICO, вот, и получать из-за этого очень множество преимуществ. Вот детали непосредственно самого ICO. Как вы видите, токен будет называться MST Coin. Вот, хардкап составляет более 14 340 000 долларов. Вот, на пресейл выделено 3 810 000 долларов, то есть в коинах данной компании это будет 105 миллионов MST Coin. Вот, в принципе, о токен Total Token Supply, как вы видите, это, в принципе, общее предложение маркера, это 500 миллионов. Вот, в принципе, токен Price, вот, нужно будет, в принципе, проходить предварительно верификацию. Вот, будет это все сделано с помощью кошелька Ethereum, вид RK20, вот, и принимаемые валюты, это будет Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Вот, в принципе, также старт предварительной продажи начинается 3 мая, как я уже сказала, 2018 года. Конец этой продажи будет до 10 мая. И, в принципе, максимально купленную сумму можно будет приобрести 500 тысяч. То есть больше уже нельзя будет. Также, в принципе, можно посмотреть по графику распределения. Вот именно выделено 5% наименее количество мы видим на советников данной компании, 15% непосредственно на компанию. В принципе, также для токен продажи будет 60%, то есть все это буквально расписано и указано по поводу данной компании. Для того, чтобы более детально ознакомиться во всю глубь данного проекта, можно, конечно же, просмотреть видеообзоры, также можно посмотреть техническую документацию. Вот я на нее ссылку оставлю в описании. Она состоит из 35 страниц, очень интересно оформлена. Вот так вот выглядят токены MST, вот, которые, в принципе, дают множество преимуществ для данной компании. Поэтому, конечно же, ознакомьтесь с проектом, изучайте все более детально, читайте все риски, предусмотренные технической документации, вот, и, в принципе, делайте, конечно же, уже свои решения, принимайте на свой страх и риск, потому как 100% гарантии вам дать никто не может. Также хочу вам показать, что есть дорожная карта, вот, была в апреле 2016 года зарегистрирована компания, вот, которая составляла капитал более 150 тысяч долларов, то есть очень активно она развивалась, и можно отслеживать, что, в принципе, стоят планы на будущее, довольно-таки неплохие. Я думаю, что данная компания, так как стала уже известна и актуальна в наше время, на этом, в принципе, они не собираются зацикливаться, и, в принципе, я думаю, что разрабатывать есть им что, и для этого они будут вкладывать все свои усилия и весь свой профессионализм. Также можно посмотреть
социальные ссылки данной компании. Это такие как Telegram. Вот здесь уже 625 человек состоит в данной группе. Также это можно посмотреть Twitter. Вот, в принципе, очень множество социальных сетей. Вот здесь вот активно выкладывают обновления. Вот, в принципе, сборы данных команд. Здесь вы на официальном сайте можете посмотреть именно социальные ссылки на Facebook, Skype, Medium, Twitter, YouTube, Telegram. Вот, для того, чтобы более детально ознакомиться с данной компанией, помимо технической документации, также присущно живое общение с разработчиками, с командой и непосредственно с людьми, которые уже поинтересовались данным проектом и, в принципе, хотят приобрести токены, уже ожидают достижения каких-либо больших целей по поводу данного проекта. И все, конечно, это, я считаю, будет, потому как компания является очень преимущественной и актуальным в наше время. Поэтому делайте все ваши решения на свой страх и риск. Конечно же, я не настаиваю, но, в принципе, если вам нравится данная компания, то ознакомьтесь с ней в полной мере. Спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Следите за всеми обновлениями. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!